Отлично, тогда назовите мне, пожалуйста, основной девиз журнала «Форсаж». Смотри, в салоне Катюша. Разные машины есть, но такой-то нету. Хотелось бы сделать, чтобы именно такая одна была. Поэтому вот я думаю, вот именно делали с этой машины, потому что каждая, даже бабушка, дедушка знает, что такой машины нету в природе. Ее не выпускали просто такую. Стоишь хорошо? Твердо? И когда вот за этот он предлагал, хотел отдать также 250 тысяч евро, второй с ним товарищ был и говорит, ты, говорит, зачем, говорит, покупаешь такой автомобиль, когда можно на них купить и два шикарных Мерседеса. Когда он ответил ему такую фразу, как говорится, чем она меня очень, как говорится, поразила, и я считаю, это оно близко даже к моему высказыванию, что на Мерседесах ездят все, а на таком автомобиле он будет один. Так что это здесь. Она единственная в мире.